О, ну это как обычно. Два москвича. Ну, трафик живет в своем репертуаре. А мы... Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Данил, и вы находитесь на моем новом видео по игре Motor Depot. И сегодня у нас будет вот такой интересный МАЗ 5429. На обзоре, на тесте. Прокатимся мы на нем, ребята, повозим грузик. Ну, недалеко куда-то поедем, потому что с прошлого раза лаптаров и Адрена нам хватило. Такой вот мазик. Давайте прочитаем характеристики. Масса 7 тонн, максимальная скорость 85, мощность 180 лошадиных сил, грузоподъем на 17 тонн, работа перевозка груза 20 тысяч, 23 тысячи, автовоз 26 и опасный груз 25. Так, давайте выберем прицеп, потому что... Так, вот это или давайте без тента выберем. Посмотрим, что. Ну, скорее всего, плиты повезем куда-то. Так, цвет не надо. Брызговики. Я тут, как обычно, уже за покатался на Тамазе, за кадром затюнил его, заколхозил. В принципе, можем выезжать и ничего не оставлять. Вот, ребята, мы выехали. Ехать нам 3000 километров. Ой, 3000 метров, 3 километра. Куда это нам ехать? Ну, сейчас глянем. Так, аккуратно выкатываем. В салоне вид, как мы могли видеть, ребята, конечно, плохой. Там много чего не видно, но все же с салона мы тоже с вами проедемся. А вы не забывайте оценивать видео лайком. Ну и, ребята, также, если вам все нравится, и оформлять подписочку на мой канал. Ч-ч-ч-ч. Остановимся. Не хочу, чтобы сразу в нас въехали. Или мы в кого-то. В Емшево нам ехать, отлично, не так далеко, буквально туда и обратно, как раз, я думаю, за минут 20 справимся. И будет у нас все довольно здорово. Так, третья скорость, давайте. Будем сегодня не нарушать, потому что, ну, в принципе, на такой машине не нарушишь, когда скорость у него 80 км в час. Ну, посмотрим, может, с горочки разнимем трошки больше. Заодно и проверим, сколько он у нас будет ехать. Ну... Тупой перекресток, тупой трафик, в принципе. И опять газелькой. Помните, в прошлой серии на Мазе мы ехали, и нам тоже газелька въехала, да? Но сейчас мы благополучно покидаем данный перекресток, который мне очень и очень не по душе. Не знаю, может это в новом обновлении исправится, но пока эти баги мне не дают покоя, ребята. Пока вот так вот. Да. Так, ну, да, не спеша набирает он скорость. Я смотрю, не торопится. 70 есть, и ему больше и не надо. Наверное, будет. И все, да? Наверное, все-таки... Ну, вот под 80 идет. Но это мы еще на четвертой передаче. Ну-ка, давайте проверим. На четвертой передаче, я думаю, он 80 может взять, но у нас тут поворот. Так что нам в любом случае тормозить. Ну, мусоровоз. Опа, видите, нормально въехали и без аварий. Я видал электричку, по идее. Сейчас ее тут нету. Значит, можно проехать. Так, вот тут сейчас будет такой мини-мини спуск. Можем проверить, как себя он поведет. Пойдет ли он больше 85. Так, ну вот с салона спидометра вообще не видно. Но все же, ладно, давайте проедемся из салона. В салоне шумновато. Довольно, в принципе. Снаружи не очень шумновато, в основном только снаружи. Ну, то есть в салоне. Снаружи в основном только машины гудят. И все. Так, ну пока стабильно 80. Даже 80 нет еще. Где-то 79. 80 едем. Ладненько. У нас там, кстати, когда будут пертуры и идти дорога на Емшево, у нас там будет довольно большая горка и довольно затяжной подъем. Но там мы как раз и проверим. Какая же у него все-таки максимальная скорость после 80 пойдет? Ну, я думаю, это где-то 90, потому что, ну, сколько у нас, ребята? Тот же пазик у нас 80 едет, максималка у него 85. Он свои 90 берет. Так что, я думаю, мазик также себя тоже так же поведет. Ну, для начала давайте обгоним эту гирлянду из машин. Благо, обгон еще нам на 80 километров позволяет сделать. То есть, если бы мы ехали 60, тут и обогнать бы не пришлось, потому что скорость трафика 60-70. В принципе, и все. Но сейчас мы в горочку идем, к сожалению, мы не сможем проверить полную прям такую вот максималочку. Но ничего.
Я как раз вот уже загорелся идейкой проверить на той горочке. Ждем как раз на ту с вами горочку. Что и как. Так, опять гирлянда из машин, которую я все равно хочу поскорее объехать. Да, и держит это все два белых пирожка. Москвича нашего. Так, пирожок, пирожок. Надо будет тоже прокатиться на пирожки, а то все нам пирожки, пирожки в трафике видятся, а мы на них никак не проедемся. Так, уступи дорогу. Нормально, мы никого не заденем, можно ехать. Такой оживленный перекресток с этой деревни. Туда-сюда мотаются и слева, и справа, и сзади. Не хватает еще. Ну, такой Т-образный перекресток, не хватает еще, конечно. Прямо дорогу сделать, но прямо нам там и не нужна дорожка. Вот, кстати, тут сейчас пойдет горочка, и мы сможем испытать максималочку. Так, отлично. Но вот на четвертый не спеша, он до 80 добирается. Но не будем его насиловать мы. Так, все, проехали пертуры, не будем насиловать мы его сильно. На пятую уже давайте воткнемся. И скорость показывает пока что 80, там где-то 4, ну 5. Ну, короче, 85 он поехал. 90 еще не было замечено. Ладно, ребята, поедем обратно. Поставим, значит, обратно сделаем. Зафиксируем. Не, я думаю, я на нем 90 все равно зафиксирую, потому что иначе, ну, по-другому он не может ехать. Там будет 90, ребята, вот увидите. Только 90, только 90. Должно быть, должно, ну, я считаю. Потому что указано 85. 85 он и едет. Ну ладно. Это у нас получается Емшево. И поворот у нас сейчас будет на склад, по-моему. Тут у нас складик есть. И там мы будем загружаться, судя по всему, плитами. Потому что у нас бортовой. Значит, мы сейчас и загрузимся как раз. Ой, тормози, это прям на 50 километров в час влетать, я думаю, это может не очень получиться у нас. Поэтому влетать будем осторожно. Лучше вообще не влетать, а въехать. Отвести груз в заданном направлении. Принять. Так, 3 километра в серпов же обратно, я правильно понимаю? Так. Да, в серпов, отлично. Ну что ж, погнали обратно. Вот такой вот у нас такой небольшой рейс получится. Ну, сейчас пока обратно доедем как раз и вытянем все время. Сразу, так, тихо, правый поворотник. И, ого, как его туда на дыбы трошки поставила. Это мини-горочка с выезда из базы. Угу. Ну все, в принципе, едем. 3, 4, 60. Ну вот сейчас снова у нас будет затяжной спуск. Подъем затяжной и спуск. И увидим, сколько же он возьмет. Не, ребят, 90 он будет по-любому. Ну, пазик у нас был такой же, но и также он, в принципе, катал. Так что 90, ребята, я думаю, у него должно быть по-любому просто. Просто так. Я вам говорю, будет 90, будет. Так, вот как раз мы с вами едем с горочки. А тут зараза на обгон, нам надо идти. Ладно. Пойдем на обгон. Москвич, вот это был опасный обгон, конечно, но мы его сделали. За это нам большой-большой жирный лайк ставьте, да, ребята. И, в принципе, еще лайк можно. Короче, ладно, 90, ну, может, и было 90, но слабенькая, слабенькая. Ну, медленный. В принципе, это грузовик, как я уже говорил. Зачем им много ехать не надо? Особенно, когда груженные. Зачем ехать много? Так. Обгоним мы тебя. Я хотел, как вы слышали, побибикать. Не работает это никак. Если побибикать, ничего все равно не сработает. Угу. Ну, точнее, машина быстрее не поедет. Очень-очень даже жаль. А было прикольно, если ты вообще бибикаешь, а машина просто перед тобой так резко останавливалась, там аварийки включала и стояла как вкопанная. Было бы, да, интересно. Так, все. Погнали.
Как обычно, мы с вами обогнали газончик. Сколько мы уже за видео газон обгоняли? Не знаете, не? Ну, раз миллион, наверное, точно. Так. Нормально идем, вообще прекрасно. И плиты сзади лежат. Ну, в общем, такой неспешный, довольно типичный ламповый рейс. Без всяких, самое главное, приключений. И это, ребята, радует. Это хорошо, потому что все какие-то приключения, знаете, иногда хочется проехать просто так, для себя красиво, без приключений. Кстати, 90. Да, 90 мини такой вот микроспуск нам помог набрать 90. Ну, сейчас уже под 85, потому что такой подъемчик идет и плюс затяжной поворот. Есть, 90 было. Отлично. Отлично, ребята. Просто кайф. 90 мы с вами зафиксировали. Ну, хорошо. Значит, я же говорил, что будет 90. Значит, оно будет. Так, а выезжаться нам, кстати, возле автостанции. Я подумал, мы сейчас проедем по проселочной дорожке, как мы на склад ехали. А я такой резко подумал, не-не-не, нам все-таки надо там, где автостанция. Там у нас плиты, туда плиты мы возим. Потому что я думал, вот по этой нам проселочной. А нам нет, нам надо дальше. Нам надо дальше ехать к автостанции. Там у нас рядом ЖД станция и строится какое-то сооружение, куда мы везем, в принципе, плиты. Ну, грубо говоря, везем на стройку. Как мы с вами возили песок на стройку моста на Татре. Кто не видел, обязательно посмотрите по аннотации. Так. Нема электрички. О, электричка, смотрите. Если бы мы трошки задержались... Ух ты, глядите, как нормально газеликов выкатим. Если бы мы трошки задержались, нас бы этот электропоезд снес бы сразу. Это было близко просто. Это пока мы ехали, забирали груз, приехали обратно. Она у нас стояла и вот только отправилась. Потому что когда я только выезжал с Серпова, она приезжала на станцию. Вы могли видеть. Да. Ну, видите, если бы попались, было бы довольно интересное приключение такое. Но мы не попались. Но мы могли попасться. Мы были близко к этому. Были близко. Так, что у нас там? А, красный. Ну ладно. Так уж и быть, все равно мы уже почти приехали. Не будем нарушать уже под конец видео. Не хотелось бы нарушать. Это у нас такой сильно большой пробел. Можем стартануть. Ого, как он на дыбы аж поднимается. Надо уметь так делать. О, ну это как обычно. Два москвича. Ну, трафик живет в своем репертуаре. А мы тем временем уже подъезжаем к конечной нашей точке маршрута. Сейчас мы выгрузим, получим свои деньги. Сколько нам заплатить? Ну, мне кажется, где-то 1015 должно быть, потому что поехали мы не так далеко. Хотя указано в работе, что платят от 20 до 23 за обычный груз. Но сейчас мы с вами узнаем. Ну, поехали мы явно с вами не так уж далеко, что так быстро прибыли. Так. 13500. Ну, да, мало. Работа такая не из прибыльных. Ну, если бы мы там поехали в тот же адрес, нам бы заплатили 30 тысяч. Так, аккуратно выкручиваем. И погнали мы с вами в гараж. И там закончим видео. Через бордюры. Ну, не, а что? Нам можно. Мы вообще-то на стройке, а на стройке так вообще-то и ездят. Кто не знал. Вот будете знать. Так. Вообще место там должно быть заграждено от посторонних лиц, потому что это как бы стройка, опасно туда ходить. Пойдут какие-то дети туда. Там бац, им кирпич на голову упадет. Зачем это им надо? Поэтому стройка должна быть огорожена или хотя бы быть какие-то опознавательные знаки. Такой довольно уютный здесь салон. А там сзади спальник, смотрите, вообще спать можно. Не хочу. Удобно. Удобно просто, ребята. Так. Ну вот. Уже все. Уже наша любимая автобаза, наша база, на которой мы и прибываем с вами. Отлично. Прям поворотничек. Ой-ой-ой, ух ты, застрять в воротах, это ж как надо уметь.
Ну, смотря, да, такой длинный у нас довольно мазик. Застрять можно везде, где так только можно. Все, выехали. Не будем на Новгород заезжать, давайте сразу тут. Тут и остановимся. И заглушим, не будем тратить лишний раз топлива. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Я вас хочу отблагодарить. Спасибо большое, что досмотрели до конца, что потратили свое время. Если вам все понравилось, то влепите свой лайкос и прожмите кнопочку подписаться. Ну и не забывайте посещать новые видео. Вам не трудно, мне будет очень и очень приятно. Всем желаю добра, всем мира, до нового видео. Ну и всем, конечно же, пока. Пока.